Значит, сегодня с 6 часов утра по всей Российской Федерации проводится всероссийская тренировка по гражданской обороне. В том числе участвует и Тульская область. В ходе этой тренировки был оповещен руководитель гражданской обороны. Губернатором области Алексеем Грудевым поставлена задача всем руководителям служб по выполнению практических мероприятий, направленных на проведение мероприятий по гражданской обороне. В 10 часов мы получили вводную об аварии, условной аварии на железнодорожном транспорте. В ходе отработки этой вводной были привлечены силы и средства МЧС России, 996-го спасательного центра, Тульской железной дороги, силы и средств Тульской полиции, скорой помощи, которые совместно ликвидировали последствия чрезвычайной ситуации. В целом, по результатам учения можно сказать, что личный состав получил навыки выполнения практических действий, о чем губернатором области Владимиром Алексеевичем Грудевым, руководителем гражданской обороны Тульской области, было доложено представителю правительства Дмитрию Анатольевичу Медведеву на видеоконференц-связи.